Всем привет, друзья, вы снова на канале Wheels for Life, и мы с вами сегодня проедем по Усть-Каменогорску. Даже я бы уточнил, по центру Усть-Каменогорска. Мы начинаем свой путь от Арбата и площади Абая, площади Республики, областной Акимат на ваших экранах, и проедем с вами далее по улице Казахстан, далее Мызы, Бурова, Кабанбай Батыра, Чехова. Вот такой вот у нас сегодня самый длинный путь. В общем, мы проедем с вами от областного Акимата до Дворца спорта. И заедем в некоторые дворы, посмотрим, как у нас дворы живут. В общем, вот такой вот план на сегодня. Присоединяйтесь и поехали! Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий. Ну и сейчас мы видим с вами площадь Республики и улица Казахстан. В цветах, красивая, замечательная. Слева кинотеатр Юбилейный был, а прямо перекресток с улицей Кабанбай Батыра, ранее называлась Пролетарская. Ну и ранее улица Казахстан называлась улица Ушанова. Для тех, кто уехал давно из города и не знает, чтобы ориентировались в современных названиях улиц, я буду называть их, как они назывались ранее и как называются сейчас. Так как многие улицы у нас переименовались. Так, ну а мы сейчас с вами как раз на перекрестке. Вот видите, правый поворот сделали. Это магазин «Универсам», всем знакомый. И впереди, конечно же, рынок. Рынок никуда не делся, он как был, так и есть. Не меняется. Так, ну и двигаемся дальше. Казтелеком. Улица Казахстан, Ушанова. Здесь, конечно, вечная стоянка возле рынка. Да и везде на улице Ушанова. Вроде бы как две полосы, но здесь, конечно, сроду этих двух полос нету. Всегда в одну полосу. И вот наставлена машин целая куча. Все это проезд такой сложный по этой улице. Начали менять трамвайные линии. Уже, наверное, года два или три меняют. Видите, как красиво все тут сделано. С трамвайными линиями у нас замечательно. Ну а с правой стороны сейчас будет библиотека Пушкина. Достопримечательность города. Без усмешек и всяких уничижений скажу, это действительно очень хорошее место. Библиотека Пушкина проводит огромную работу по разным направлениям. Ну и мы с вами двигаемся в сторону улицы Мызы. Но перед этим мы сейчас с вами заедем во двор. И проедем, ну, практически до конца. Не только двор, а вот там прямая дорога. Она будет идти практически до улицы Бурова. Вот мы по ней с вами и проедем туда. Смотрим. Здесь такие, конечно, зелененькие дворы. Здесь какой-то, видимо, детский садик. Честно говоря, вообще сроду здесь никогда не был в этих дворах. И сам для себя открываю город, да, еще раз. Никогда не видел. Ну а мы сейчас, получается, с вами проедем параллельно улице Мызы. Посмотрим, ну, с другой стороны. А потом обратно по Мызы поедем и посмотрим уже с фасада, так скажем. Ну, я даже не знаю, честно говоря, что здесь комментировать в этих дворах. Ну, так себе состояние улицы, так себе состояние асфальта, домов, обшарпанность видна, мусора много, явно не убирается. Страшно представить, что здесь зимой творится, наверное, в одну полосу всего лишь разъезжаются машины. Вот такая проездная улица. Старые дома еще. Но вот здесь вот видите, что-то строят. Видимо, какой-то офис будет или что.
половина дома, забор поставили явный с ремонтом. Но обратно поедем, еще посмотрим. А вот это, видимо, общежитие какое-то. Кто знает, напишите в комментариях, что это за общежитие такое. Явно ремонтируется, он видно, там стройматериалы и новые окна. В общем, видимо, что-то там строится, ремонтируется. Но мы пока медленно, но верно пробираемся вперед. Ну и тут уже наш путь как бы уперлись мы в забор, что называется. Гаражи. Развернемся и обратно двинемся. И посмотрим как раз по правой стороне, что не попало сейчас в камеру. Эти дворы по правой стороне, посмотрим, что там. Хотя там ничего, конечно, нового не увидим мы. Те же самые дворы, все то же самое. Но, по крайней мере, хоть так посмотрим. Ну а пока мы едем по дворам, мы сейчас с вами выйдем, выходя из дворов, и поедем на улицу Мызы. Несколько слов о том, почему так улица называется. Наверное, всем уже известно, что Мызов, герой Советского Союза, он родился в Усть-Каменогорске, жил в Усть-Каменогорске и совершил свой герой. Он был капитаном Советской Армии, форсировал Днепр и погиб в феврале 44 года. Был, кстати, художником, рисовал хорошо, был оформителем, до войны, конечно же. Ну а в феврале погиб, и в честь него названа улица в городе Усть-Каменогорске, школа, где он учился, и Кемерово названа улица, и кинотеатр. Вот. Если кто не знал, чтобы это самое тоже понимали, да? Мызы Владимир Иванович. Заместитель командира стрелкового батальона 185-го гвардейского стрелкового полка. Гвардии капитан, герой Советского Союза. Вот такая вот улица, по которой мы сейчас с вами и едем. На которой расположены эти дома. Но не менее интересна улица будет и дальше. Мы с вами после улицы Мызы свернем на улицу Бурова. Пока мы едем здесь по дворам, тоже расскажу. Улица Бурова. Лично для меня это было открытие, я не знал. Ну, Бурова, да, Бурова улица. Как бы никогда этим не задавался вопросом. А тут при подготовке съемки почитал и очень даже удивился. Ну, а мы пока сейчас на перекрестке с вами вот этом... А с улицей Мызы слева у нас Аль-Шамали торговый дом, справа Мегастрой торговый дом. В общем, заводов уже никаких не осталось, которые тут были. Сейчас это здесь все торговые дома, электроника, мебель, строительные материалы. В общем, вот такого плана. Ну и трамвайный парк, естественно, остался с теми же самыми трамваями. Два трамвая новых купили. У нас радость неожиданно. В городе два новых трамвая целых. Вот так вот, не халам-балам. Так, ну а я возвращаюсь к улице Бурова. Кто ж такой был Буров? Павел Петрович Буров, оказывается, был. Геолог. Жил с 1902 по 1944 год. И есть некая история, что в старом Усть-Каменогорске была улица, называлась она улица Медвежья. Потому что она была самой отдаленной улицей города и брала начало свое у острова Медвежьего. И единственной достопримечательностью на этой улице было большое деревянное здание, в которой размещался центр геологии Рудного Алтая, Трест, Алтай, Цвет, Медразведка. До 40-го года он так назывался. Это предшественник Восточно-Казахстанского геологового управления. И главным инженером в этом Тресте был как раз Павел Петрович Буров. И вот Павел Петрович внес огромнейший вклад
в изучение руд Алтая и открытие рудоносных месторождений. Ну а мы едем по улице Мызы, да, слева тут оптовки мызовские, вот это все. Справа. Что тут? Справа ничего. Трамвайная линия разворачивается. И как раз вот впереди улица Бурова, про которую я сейчас и рассказываю, что это за такое, откуда взялось такое название. Павел Петрович Буров. Ее. Почему носит имя? Это улица Бурова. Так вот, он внес огромный вклад в изучение сырьевой базы в Лениногорске, тогда Лениногорск назывался. И, как говорил о нем кандидат геолого-минералогических наук Ермолаев, можно без привлечения сказать, что больше Бурова для раскрытия богатства Алтая никто из геологов не сделал ни до него, ни после. А один из старейших геологов Быков так говорил о нем. Буров – это один из первых геологов советского времени, сделавших огромное дело для развития поисков полезных ископаемых на Алтае. Ну и с целью увековечения памяти о Павле Петровиче Бурове в 1946 году в городе Усть-Каменогорск, улице Медвежьей, было присвоено имя улицы Бурова. Вот такая вот история этой улицы. Не просто улица, а что-то полезное мы узнали. Лично я для себя это узнал впервые. Ну, вот так вот она выглядит, зеленая. Конечно, когда-то здесь были цветы, клумбы между дорогой. И это выглядело гораздо все красивее. Или красивее, как правильно сказать. Ну, сейчас вот так выглядит. Ну, а мы с вами приближаемся к улице Кабанбай-Батыра. Перекресток Кабанбай-Батыра. И бывшая Пролетарская. Скоро будет. Ну, тут, в принципе, ничего не понравилось. Вот интересный только магазин. Какое-то или это кафе такое сделали. Видели, да? В обычном доме, как они его отделали камешками. Магазин. Волна. 100 лет здесь находится. Впереди на перекрестке построен, ну, типа бизнес-центр, там ресторан, что-то еще. Честно говоря, ни разу в нем не был. Пожарная часть с левой стороны. Ну, в общем, перекресток всем известный. И мы двигаемся с вами по улице Пролетарской. Или как она сейчас называется, Кабанбай-Батыра. Справа будет находиться у нас бывший дом быта. Вот, кстати, слева был кинотеатр «Мир». Раньше сейчас какой-то там Агрофинанс или что там было, непонятно. Вот, нету кинотеатра. Здесь вот понастроили банки, стоят магазины между домами по правой стороне. Ну а дом быта понастроили также торговых домов, там жазера и всякие нары, что или не нары, здесь, короче, я закупился уже в этих торговых домах. Но вот так вот выглядит дом быта бывший. Вам уж решать, красиво это или нет. Ну и рынок. А мы с вами будем ехать дальше, прямо через этот перекресток. Мы только что были с другой стороны, заехали и вот сделали такой круг, квадрат по этому району. И теперь мы снова на этом перекрестке. Но теперь уже поедем дальше в сторону улицы Кирова. Проедем мимо гостиницы Усть-Каменогорск и повернем налево. Такой вот у нас план с вами. Кстати, отремонтировали тут дорогу. В прошлом году, по-моему, что ли, ужасная была на Пролетарская дорога. Или позапрошлый год асфальт положили. В общем, более-менее стало нормально. Ну, такой небольшой заторчик. А на улице дождик начался, начало капать, и поэтому иногда капли попадают на объектив камеры. Ну, тут уж как получилось. Вот мы проехали с вами перекресток и двигаемся теперь опять же по улице Кабанбай-Батыра, Пролетарской. Когда-то, помню, в детстве здесь первомайские демонстрации были. По этой улице и дальше направо, и через
площадь почему-то вдруг вспомнилась. Наверное, потому что всегда вот здесь вот демонстрация, когда шла, всегда почему-то здесь останавливались, возле вот этих девятиэтажек, как его звать-то, гостиницы Каменогорск, и всегда долго-долго стояли, ждали, когда двинуться вперед, а потом как начинали двигаться, и уже без остановки через площадь. А почему-то вот это, этим запомнилась эта улица. Ну вот гостиница Каменогорск, мы с вами проехали, конечно, уже посмотрели. И улица Чехова. Раньше она называлась улица Кирова. Переименовали в улицу Чехова. Тоже так, такое вот изменение. А мы двигаемся дальше. А чем достопримечательно, да, улица Кирова? Вообще, кстати, улица Кирова, Чехова, или как ранее она называлась, вообще улица Большая, в городе Усть-Каменогорске имеет богатую историю. Это была самая первая и самая большая улица. Она поэтому и называлась улица Большая. Потому что это была единственная улица в городе Усть-Каменогорске. На ней на первой построен кинотеатр, магазин, вот это, где сейчас Сауле это, и были дома купцов, мастерские Костюрина и так далее и тому подобное. Ну а в советское время здесь дом пионеров с левой стороны, который сейчас по кадру, да, у нас находится. Сейчас он закрыт, и его отдали банку. Потом банку он стал не нужен, и он сейчас стоит, никому не нужен, похоже. А дом пионеров, ну или дом детского творчества с правой стороны вместо школы находится. Ну и здесь остались еще старые вот эти сталинские постройки, старые дома. Но туда дальше, конечно, вся улица Большая была вот дальше, туда после перекрестка, имеет которую богатую историю Усть-Каменогорска. Может быть, мы отдельно как-нибудь снимем видео по улице Большой Кирова, Чехова, и я вам расскажу про историю этой улицы, что знаю, конечно же. Вот. Не буду тягаться со знатоками истории, поэтому что знаю, то и поведаю. Ну а мы пока с вами выехали уже на улицу Сагдата Нурмагомедова, или как она раньше называлась, Орджоникидзе. И двигаемся с вами в сторону Ульбинского моста, с которого откроется вид на дворец спорта, наш злосчастный надземный переход, который так любят местные жители, в кавычках. Ну и Даниэль, вот такая достопримечательность. Здесь три поросенка проехали. Тоже почему-то дома эти называются местная достопримечательность из Каменогорска. Три поросенка. Ну, вот это мы с вами уже на Ульбинском мосту. Двигаемся к финишу нашего видео. Поэтому я благодарю вас всех за просмотры. Еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. И до новых встреч. Всем удачи, мира и пока-пока.